Мы за себя отчитываем. Ну подожди, еще времени. Места займут. Таня рядом с ним. Давайте. Кто просится, давайте снимем. Ты боишься. Какие варианты ответа? Да вы знаете, еще разыграете те, кто угадал. Одну-две. Что же тут достопримечательного такого снять бы? Некогда мне выпрямляться. Ах, такой, секой. Надо быстро. Дорогой любимый. Сиги, я люлю. Ура, сколько время? 5 часов ровно. Ура. Маленькой елочке холодно зимой. Вот так из лесу еще доделываем елочку, зелень и домой. Вот это я. После утверждения гимна. Зато он должен был подписать первую российскую конституцию. Снегопад. Прекрасно. Вот такой вот лучок. Сами, которые ранней весной заходят к нему на нерест. Тоска помолвает. Вот лучок растет. 10 часов почти что Сашулька мне балдеет. Что вот здесь вот творится, это мразь. Это я им покажу комнату ужаса. Или как это называется? Ужастик! Ужастик покажу сейчас им. Ты представляешь? Во, какой ужастик! Это на Новый год. Но это мы уже не до этого. Вот это ужастик. Кошмар. Сняли ужастик. Сказал, вы будете жрать или нет? А мы будем или нет? Сколько время? 11. Ничего, ниже пояса садись. Снимать не буду. Да уж, ля-ля-ля. Садись-то. Чего есть? Ну, чего есть, то и сидим пока. Произведение искусства. О, какое красивое произведение искусства. Салат у меня. Один. А это вот такое блюдечко. Так. А это вот такое блюдо. Вот бестрогно. Вот так вот. Вот картошка. Фрукты. Но это мы будем ням-ням. Лимончик надо порезать. Суп. Ну, суп. Хотя бы. Тебе маленькие елочки. Надо, да? Да, я буду водку закусить. Да, может, отрезать мне кусочек. Руками ничего не трогать. Ой, как играется. Насыт от кусочек. Сегодня будет фильм «12 обезьян». Что ж ты, киська, дай бог с ними. Фильмы я как-то... Ну, давай будем есть. Давай. «12 обезьян» будет. Да, киська, что ж тебе на ушках? Что подарил? Да? То и на ушках. Неужели? Да. Что тут подарил? Я подарил тебе немножко другое. На ушки я тебе ничего не вешал. Поступай. Саша, 12 час. Давай хоть что-нибудь закусим, что ли? Все. Ну давай, лучше, чем этот джентльмен, ничего нету. Пожиничика бельчитает. Мне показывал, где... Жаришь картошку? Жар. Да. Где моя большая ложка? Не знаю, висит теперь в новом... Ну вот пришла. Тут картина. Тут прихожая. Тут еще одна у нас картина вот такая. Вот прекрасная картина. А теперь у нас двери. О, сделаны двери. Надо же бабушке показать. Ого, как хорошо. Чистенько. Ну, в комнату ужастику не пойдем, да? О, кружка завтра посмотрела, что такое-то. Сейчас будем Новый год. О, ой, Сашулька, ты красиво оделся. Да. Сейчас я причешусь. Я хотела вообще одеть эту косынку одну, без всякой кофты, но пока не буду одевать косынку без всякой кофты.
Мы должны быть во всем новом и во всем блеске, в золоте, во всяком. Тю-тю-тю-тю, шампанское. Тю-тю. Готовили целый день и есть нечего, да? Ничего. Ну, мы же ели уже. А кепку? Кепку не хочу. Ну, разве ж я могу расчесаться? Аж снимаю. Действительно, через несколько секунд мы одновременно вступим Опа. И в Новый год, и в Новый век, и в новое тысячелетие. Это такое. Такое бывает. Прям полезла сразу пробка эта. Ну, хорошо, охладили. С нашими потоками. Плохо охладили, наверное. Ну, да. В прошлый раз она как-то лучше. Именно им. А ты меня, может, и даже и не снял? Ошибки. Ой, наши ошибки. Но в эти мгновения... Ладно, есть нечего, разрешаю есть все. Думает о своих любимых. Еще одно блюдо у нас такое, на этом же самом углу. Хочу пожелать вам того, чего обычно желаю своим родственникам. Молодец, мира, у нас. Благополучия. Ба. Годом. С Новым годом. Это мое? Да, кисточка. Ой, толком даже не расчесалась. Расчесалась. Ну давай, дорогой. Сейчас. Где твоя картошка? А, мы сейчас без картошки сначала. Там картошка, надо выключать будет уже. А, ну давай я сбегаю. Выключай. Нет. Я хочу вот так вот. А ты весь фужер сейчас выпьешь или нет? А? Хорошо. Ёлочки холодно зимой. О! Из леса ёлочка зимой домой. Ой, я там чуть-чуть вижу, вот так вот раз силуэт. Красиво. Хорошо. Прекрасно. Если будет песня, буду танцевать. А песня будет. Кто-то там идет, то ли Гурченко, то ли Я делала все новые штаны. Они длинные. Сейчас на булавку застегнула такой. А зачем? Чтобы они не волочились по мне. И новый платочек у меня, то есть кофточка такая у меня, новая, вот так вот, все новое. А что это у меня там? Ага. Ну, свечечка, ну что дальше? Ну хорошо, что свечечка. Сейчас я, подожди, выключу, и ты послышишь, как это со свечечкой. Как красиво. Ну. Да, Сашенька? Ладно, нормально. Ой, я что, платочек извиняюсь? Ну, сейчас. Включим еще раз, посмотрим. Подожди, сейчас меня не снимай, я сейчас перевяжу платок. Так, что ты там снимаешь? Внизу опять? Светочку сниму. Не, это самое не сниму. Ну ладно, Фоменко. Сейчас. Паузу. Мне тут повеселее, я бы попрыгала бы что-нибудь, боже мой. А, это что это? Гурча. Сейчас еще немножечко. Ай, Магдашка не успела записать. Сейчас попробую. Сашуль, что ты снимаешь? Тебя. А зачем мне так долго? Близко. Вон какая я. Так, я осталась такая. Да. Какая была? Да. Ой, Гурченко, какая красота. Стоп. Молодец. Лови. И кисть. Что-нибудь. Или шампанское. Что? Скучно очень. Да, ну шампанского. Ну, давай шампанского. Давай. Бедненький устал. Сейчас танцевать будем, подожди. Будет веселая песня, будем танцевать. Ну, нас приглашали сегодня и на торт «Птичье молоко», и на пиццу, и на все, и на все, и на все. А у нас закуски сильно много, да? У нас целый горшок, зато зеленого лука. Да, слышишь? У нас всего хватит, Киська. На тебе... Белый свет сошелся клином на тебе. Вот так я сказал. Там понял, что неправильно сказал. А клином белым свет сошелся на тебе. Белым клином. Короче, на тебе. Что ж ты все? Давай тебе я тебя. Надо ты меня снимать. В моей кофточке. Эх ты, как на свету здесь. Сколько? 2 часа ночи? 1:30. Да. Сейчас будем спать. Бай-бай. Будем спать. А штаны так и не подшила. Вот как. Что-то такое веселое. Сам поет, конечно. Вот так вот.
хватает. Ты ж, что ты там держишь? Тебя. Устал? Да. Ой, не, надо балдить. Ну куда пропала? Пропала, правда. Снимем елочку. Все, я много. С Новым годом! Хорошая елочка получилась. Все, закончится концерт. Нахрена козе бы? Карьеру. Все в жизни. Да я... Петушок поет 1 января в 9 часов утра. Почему-то. И к тому же... Сашулька! Ку-ку! Да. Весь в цветах. Да, уж весь в цветах. Я уже улицу сняла. Ну, что там да. Петушок поет, кукарекать, гад. Петушок, его бы в суп поймать бы. Один петушок идет. Такую рань куда-то пошел. Борис Василь со своей собачкой гуляет. А видишь, как далеко. Приближает хорошо, прекрасно. Поедем сегодня к бабульке, к нашей. Вот так не видно, так же видно. Свои двери напомнят. Дверей тебе снимать буду. А что тут фон дверей? Посмотрим двери. Двери как двери. А ты как ты, да? А я как я. Вот так вот. Да. Да, завтрак ты будешь сегодня? Ладно, ну что, будем есть. Всех будить? Звонить всем, всех поднимать надо. Зачем? Пускай спят. Давай в лесочек съездим. Какой в лесочек? Какой-нибудь, хоть в школьный лес, на стадион. Ну, конечно. Хоть куда-нибудь зайдем. Вон, за школу. Ну, за школу. Да, хочу куда-нибудь. За клуб. За школу. Хочу лес. Да, у нас лес. Ой, какой лес. Лесов тут много. Ты. Какой... Ой, Вована ж не поздравили тоже. И Тамарку. Да, он у очередной своей зазнобы. Может быть и так. А пришло глаза голубые, меняются на серые. Серо-голубые потом. Ну да, меняются. Вот она когда умирала, она за 2 недели посидела до смерти. А была черный. А сейчас коричневый. Карий. Он как это, карий, да.